дорогие женщины, хочу поздравить вас. На самом деле, быть такой большой семьей в наше время, на самом деле, не просто это. Я чуть-чуть знаю, говорю, то, что говорил, у меня самого четверо детей, вот, вырастили взрослые дети. Быть мамой, быть родителями 5, 7 и более 10 детей, да, конечно, это очень сложно, но в то же время, наверное, это очень замечательно, потому что есть прекрасные дети, это наше будущее, которые должны приносить радость и быть вам надежной, хорошей опорой в будущем. Поэтому вас хочу еще раз поздравить и, думаю, начнем нашу церемонию официальную. Планировала вообще столько детей сначала. Как-то так, но я не жалею об этом. Я благодарна вообще своим родителям, что я такая есть, что они меня воспитали, что я выросла. И вот досталась, получаю себе награду Кумыс Алка. Наказина, очень приятно, конечно, вот такую награду. За все Рахмет, квартиру получила в этом году, получается, от государства тоже. Уютная, красивая, большая. За это большая благодарность нашему государству, нашему президенту, нашему акиму города.